друзья, всем привет, с вами сайт Soulfinder. Мы давненько не виделись, и у нас впереди большой объем работы. Предстоит наверстать упущенное. Ну а хочется начать сегодня с того, что еще не упущено. С самой свежей новинки. Jordan CP3 10. CP3 X. 10-й кроссовки Криса Пола. Я помню, как я рассказывал вам про какие, про третьи, а тут уже и десятые пришли. Десятые в расцветочке Concord. Самые внимательные уже заметили, что я сегодня стилизован под Криса Пола. Крис сам прислал мне эту штуку. Здесь такие цифры, как у Майкла в стилистике Чикаго, только 0-3. Скорая помощь для вас. Расцветочка, как она называется, Concord. Ну, это просто из-за сочетания цветов. Вот этот цвет называется Concord, если кто думал иначе. Модель только-только появилась на американском рынке, приходит на российский рынок. Приятно, конечно, когда релизы один за другим успевают, и не чувствуешь себя обделенным, ну, в какой-то степени. Я не думаю, что очень многие ждали просто эту модель. Просто так вот. Я не буду себе покупать низкие гиперданки. Я все же дождусь Криса Пола. Я не думаю, что таких людей много. Если они вообще есть. Но тем не менее, сейчас, когда люди приходят в магазин, они, конечно же, смотрят на Криса Пола. Ну, я знаю только один магазин, где они появились. Пока ничего вам не скажу. Читайте в описании к видео. Итак, модель, она, конечно, изменилась относительно всей линейки, преобразилась, но суть ее примерно там же и осталась. Это не должно звучать как приговор, это звучит как знак качества. У Криса Пола маленькие потребности к игровой обуви. Не такие, как у Леброна или Коби, чтобы делать супертехнологичные кроссовки. Но это так. Это не должно его тоже обижать. Ну, не его, а вы не должны думать, что я его пытаюсь обидеть. Но действительно, он от бюджетных кроссовок за $88 ушел недалеко. Но, при этом технологии, которые были на уровне бюджетных тех $88, сейчас уже стали совсем другими. И этот уровень сам по себе просто поднялся. Поэтому сейчас я чуть подробнее расскажу о самой новинке. Материал текстиль. Я не знаю, это не Flyknit, это Flywave. Такой вязаный сапожок, как на 29-х, 30-х Джорданах. Примерно такой же материал. Примерно. Но вся изюминка у этой модели, вот у такого захлёста пластика прорезиненного, который идет по периметру с внешней стороны, уходит в область пятки и здесь замыкается. Ну, с точки зрения поддержки, это, конечно, очень классное решение. С точки зрения визуализации, вот я смотрю на эти кроссовки и вижу альфа-транеры. Альфа-трейнеры. Хотел посмотреть название, забыл посмотреть и не помню, как называются. В общем, были такие у Роя Джонс Джуниора на завязке, такой зажимчик здесь, как на шестых Джорданах. Альфа что-то какие-то трейнеры. У меня такие были с супер широкой подошвой. Супер, вот прям сверху на них смотришь и видишь два кроссовка, стоящих рядом. Вот такие вот они широкие были. И вот эта стилистика, мне она, конечно, очень нравится. И это так свежая струя в линейке Криса Пола. 10-е, юбилейное, сделано классно. Ну, по сути, вы видите, что это как лабиринт, я не знаю, как радиоволны отходящие, как отпечаток пальца. Тут можно много что приплести. Можно посмотреть еще раз на свитшот. Значок Jumpman'а в области пятки. Мы имеем пластиковый фиксатор, и он, скорее всего, находится внутри башмака. Внешняя штука имеет такую относительную поддержку. Если бы она была изнутри еще,
Это бы уже были, скорее всего, не баскетбольные кроссовки, потому что это могло создавать дискомфорт с двух сторон. С внешней стороны это все же перевалочный пункт, скажем так. И вот здесь вот зажима нет, потому что основная нагрузка на стопу идет с внутренней стороны при всяких там опасных штуках. Лого Криса Пола, автограф Криса Пола, петля есть для удобства одевания, и это важно. Сейчас я перейду к тому, почему это важно. Здесь вы видите нити Flywire, 4 штуки с каждой стороны. Здесь добавлены еще нейлоновые петли. И пятая и шестая петля, просто обычные дырочки, ничего сверхъестественного. Классно сделан выступ. Смотрите, он двойной. Я этого, честно говоря, не заметил сразу. В начале видеопрезентации я удивился и пощупал при вас. Вот выступ обычный, стандартный, а вот выступ дополнительный, маленький. Что бы это могло значить? Пятно контакта, естественно, увеличивается, все это классно. А вот этот эффект термальной карты, мы его так назовем, это основные пятна контакта в баскетболе. Крутишься, вертишься на этих точках. Шестисекционный зум. Шесть видимых, и вот девятисекционный зум в области пятки, скорее всего, ничего нет. Здесь какие-то символы, секретики, которые мы с вами любим. Я достаю второй башмак, предварительно расшнурованный. Я знаю, вы скучали по этой фразе. Итак, особо тут не расшнуруешь. Убрали мы шнурки из верхних двух петель. И тут начинается, друзья, самое интересное. Надеюсь, что многие из вас досмотрели до этого места. Потому что вот эти полосочки, которые вы видите на кроссовке, они на предыдущей версии 9-х АЕ были эластичными резиночками. И это, с одной стороны, помогало притапливать ногу, прижимать язычок и делать комфорт дополнительный создавать. А здесь это нейлоновые нити, которые уходят в шнурки. Сейчас вот вы все осмыслили. Теперь показываю, что это значит. Это значит, что вы не растянете. Нитка пришита к сапожку. Вот как это выглядит. Вот так можно просунуть сюда шнуровку. Это не надо делать, это я просто показал, что она настолько тугая, что она тащит за собой шнурок. Сейчас мы вытащим в обратную сторону. Вот видите, шнурок ушел туда. И вот мы даем подышать нейлоновой полоске. Это заметно осложняет процесс насаживания на ногу. Да, это не для высоких подъемов. Если вы раньше могли расшнуровать до сюда и одеть с любой ногой любые кроссовки, то сейчас нет. Внутри ничего особо интересного. Здесь есть наполнение некое, вы можете видеть вот эту вот границу темную проходящую, просто граница света. Здесь больше набивочного материала, а внизу это просто жесткий каркас. То есть комфорт ноге отличный. Я все же смог одеть их. Надеть, что я говорю. Но не без ложки. Ложка была нужным элементом. Итак, что мы имеем на выходе? Эти кроссовки трудно надеть, но сложно потерять. Всегда есть положительная сторона. Это новый стиль, но старые черты и старые характеристики. И теперь касаемо цены. 8490. Это еще приемлемо. Это у нас $140. 145. И терпимо. Терпимо с нынешним контрастом цен. К сожалению, в весенний сезон новые цвета войдут уже по другому ценнику. Больше 9000 рублей они будут стоить. Не знаю, с чем связано это повышение. Может, оно еще не произошло, и об этом знает кто-то, а мы не знаем. Повышение цены на доллар, евро и прочее.
но тем не менее. Поэтому сейчас два цвета доступны, это черный и красный в процессах. И я думаю, что после Нового года, а хотя это даже не после Нового года будет, это уже 20 декабря новая коллекция начнет приходить, появятся другие цвета, но по другим ценам. Ну, что я могу сказать? Как есть. Поэтому, друзья, если они вам нравятся, рекомендую. Если вы любите Криса Пола, рекомендую. Если вам нравится линейка Криса Пола, я рекомендую. Ну, а всем, кто не попадает в эти списки, просто рекомендую их померить. С вами был Серж, сайт Soulfinder, друзья. У нас очень много работы на этой, на следующей неделе. Осветили новое, так скажем. А сейчас будем наверстывать упущенное. Оставайтесь с нами.